15 лет подряд ребята из трудовых бригад и лагеря труда и отдыха вместе с членами местного отделения партии «Единая Россия» и сотрудниками филиала «Русский лес» проводят экологическую акцию «Чистый бор». 2022 год не стал исключением. В начале июня в России отмечают День эколога. К этой дате приурочена уборка городского бора, на которую уже традиционно вышла молодежь Серпухова. Я считаю, что мы будем ответственнее относиться к природе после этого, потому что это наш труд. Мы трудились, это все убирали, и мы знаем, как это сложно, и какой вред это приносит природе. Сколько мусора скапливается за время, даже вот за выходные, очень много людей приходит и оставляет этот мусор. В лагере очень интересно, каждый день у нас новые мероприятия, мы во что-то играем, у нас бывают концерты. Также мы ходим кушать, с нами разговаривают, нас никогда там не бросают. Мы всегда в общении, мы познакомились с всеми ребятами и также общаемся. Что касаемо леса, мне кажется, что мы должны убирать в любом случае. Все равно есть люди, которые могут намусорить, и так или иначе это кто-то должен убрать. Бесспорно, было бы куда лучше, если бы все убирали за собой сами. Но по-прежнему находятся те, чей уровень культуры и воспитания позволяет оставить после себя грязь. Трудовая смена работает у нас в течение всего лета. Еженедельно дети выходят на уборку территории. Объемы убираем мусора достаточно значительные. Эта работа совершенно необходима, чтобы поддерживать состояние леса в необходимом состоянии. Да, мы очень благодарны и детям, и руководству Центра профориентации по организации данного процесса. Среди неподобающих находок и пластик, и стекло. Время распада таких изделий значительно, несколько сот лет. Ребята действительно оказывают природе серьезную помощь. Радует, что, по словам сотрудников «Русского леса», мусора в бору с каждым годом становится меньше. Мы любим свой город, любим наш бор, мы называем его жемчужиной, поэтому хочется его убрать, чтобы он был чистым, чтобы жителям было комфортно здесь отдыхать. Представители партии «Единая Россия» сделали ребятам небольшие подарки на память об акции «Чистый бор», приуроченной ко Дню эколога.